Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о очень полезном приборе – цифровом тестере батареек Aneng BTS-138. Многие из нас тратят батарейки просто так – они лежат, не работают, и мы их выбрасываем, хотя можно узнать, работают они или нет. Именно для этого создан Aneng BT-138 – мини-тестер батарей, который быстро проверяет батарейки типа AA, AAA, литиевые аккумуляторы 1860-50-20-17-00, батарейки-пуговицы, а также батареи до 9 вольт. Он маленький, компактный, удобный и очень простой в использовании. Достаточно приложить батарейку, и прибор сразу показывает результат. Aneng BT-138 имеет небольшой корпус с цифровым дисплеем и удобными контактными зонами или магнитными полюсами. Тестер не требует отдельного питания. Он использует саму проверяемую батарею, и если батарея полностью разряжена, дисплей просто ничего не покажет. Его удобно носить с собой и хранить в ящике с инструментами или в сумке. Он не занимает много места. Теперь о функциональности. Тестер измеряет напряжение батареи в диапазоне от 1,2 до 4,8 вольт. Поддерживает батареи типов D, C, EAA, EAE, батарейки-пуговицы, литиевые аккумуляторы 1860-50, 2170, 1630-40 и другие. Также поддерживает батареи 9 вольт, что делает его универсальным. Результат появляется буквально за секунды. Прибор быстрый и чувствительный. Почему стоит обратить на него внимание? Он экономит ваши батарейки, вы узнаете, какие еще работают, а какие уже мертвые, и не выбросите рабочие просто так. Он удобен в быту, вы быстро проверите батарейки для пультов, фонариков, игрушек или других устройств. Он компактный и универсальный, не нужно покупать разные тестеры для AA и для литиевых аккумуляторов. Один прибор покрывает все нужды. И главное, простота в использовании. Никаких проводов, сложных подключений или программ. Прикладываете батарейку и видите напряжение. На что обратить внимание? Убедитесь, что батарея имеет контакт с положительным и отрицательным полюсом устройства. Если дисплей ничего не показывает, батарея полностью разряжена. Прибор показывает только напряжение. Он не оценивает внутреннее состояние батареи. Но для повседневного использования это отличный способ быстро отсеять мертвые батарейки. Если вы ищете быстрый, компактный, универсальный прибор для проверки батарей и аккумуляторов, который работает без лишних усилий, Aneng BT-138 станет отличным выбором. Он помогает экономить деньги, время и ресурсы. Держите его под рукой, вы не пожалеете. Если вам понравился обзор и вы хотите видеть больше полезных и интересных видео, обязательно подпишитесь на канал. Ссылка на Aneng BT-138 вы найдете в описании под видео. Ставьте лайк, если видео было полезным, и не забывайте делиться с друзьями. До новых встреч, друзья, оставайтесь с нами и будьте на связи.